утро ранее, ночью дождь лил. Хочу просто показать. Вот, еще ничего не проклеивалось абсолютно. Ни с той стороны не мазалось ничего. А вода не уходит. Где-то, конечно, там еще проходит. Но это все уже сделает герметик после покраски. Сейчас я ее выжму. Ставыши вчера сделал. Вот проклеивал, закрыл от дождя. Не снесло. Сейчас проколочу, я их не приколачивал, дождь начался. Проколочу и вот наращивать буду. Довольно серьезные борта получатся. Наверное, такой высоты и не делал еще ни одной лодки. Но по просьбе, как говорится, клиента. Носик еще подтягивается тоже. Вот такая высота и будет. Это тоже тут немножко снесется внизу. Николая пока не трогаю. Даже, ну, наживил просто и все. У него уходит спокойно. Это тоже довольно плотненько. Ладно, буду работать. Сейчас займусь отделкой, здесь почесать, чтобы потом борт пошел, ну, накладочка. Вон, сейчас солнышко началось. Здесь неудобно есть. Здесь не то. А здесь вот там. О! Попробуем этой старенькой проверенным способом. Парни, этой кругленькой штучкой, на болгарочку, насадочкой, удобно вот здесь, вот по плоскости. Сзади что-то мне не понравилось, вот сюда подлезать удобно, недоступные места, ну тоже, надо на маску, все летит в лицо. А здесь мне больше понравился старый мой, ну Макита, шлифовалка обыкновенная. Сейчас буду нас наращивать и покажу уже более-менее. Посмотрим. Хочу показать, парни. Вот отсюда уже видно.
раз то, что надо. Реально. Я сейчас еще хотел показать. Вот, видите, щелочку. Сейчас я вот так вот протягиваю и пойду потихоньку. Здесь это все уже не убежит. В корни наживлю, там вон щель видно. И потихоньку, вот, жимочек у меня в самый раз подходит. Так что сейчас здесь прибью, потом следующий шпангов. И так пойдет. Самое, что мне нравится, что наконец-то нарисовалось творение. То, что я люблю, когда вот так с борта сразу на нос, фух, уходит. Нет вот этого трамплина тупого, блин. Дюк, вверх. Она, конечно, тоже коми, но как бы уже душа у нее русская. Ладно, продолжу работать. Показать. Нарастил я на той стороне, и вот остаточек того, что там отпиливалось, сюда переношу, чтобы симметрия была, и также сзади. Это вот мой как бы фирменный знак, тоже своего рода клеймо. Вот это на ту сторону. Все. И опять симметрия. Пойду чайку сейчас попью. И второй буду навешивать. Ну, уже нарисовалось судно. Какое оно будет. Борт померил. 405. Отсюда до сюда. За глаза. Я не помню, сколько на моей. Там, по-моему, 308, может, 307. От того хватает. Ну, если, конечно, речка бурная такая, волнистая. Да и не захлестнет тазик. Чайку попью, продолжим. Также смотрите в следующем видео. Ставка сидушечки, носика, лодочка доводится до ума. Продолжайте смотреть фильм от А до Я. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До встречи, друзья!